Алло, Нина Васильевна? Здравствуйте. Да, слушаю вас. Ага, ну как, все нормально, хорошо. Да. Здравствуйте. Ну что, живем? Живем, живем. Помаленечку. Да. Ну, конечно, конечно, работаем. Да, получал ваше произведение, да. Ну, трупиков маловато, вы знаете. Трупиков маловато. Кровушки как-то, знаете. Хочется немножко кровушки пустить, да. Ну, что там 3-5 трупиков? Ну, давайте где-то вот за десяточку зайдем, ага. Ну, так, в принципе, что, начало хорошее очень, да. Хорошо, Нина Васильевна. Да, все. Всех благ. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я триллерист Симахин, ага. Принес новый триллер. Так. Мы старый забраковали, который назывался «Пальцы и тиски». Ага. Я принес новый. Ага. «Рванье страстей». Можно почитаю? В прошлом году вы приходили, да? Был. Фамилия ваша? Симахин. А, да-да, «Рванье страстей». Так вы же то же самое принесли. Нет, я переделал. А что переделали вы? Ну, здесь новогодние. Можно я почитаю? Ну, давайте попробуем. Поспокойнее, друзья. Извините. Ага. Чуть поспокойнее. После ужина. Так. Николай неожиданно взял топор. Так, так. Стоп, 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 стоп. Смазал его цианидом. Не надо. Ваша фамилия? Симахин. Симахин. Ну как ты понимаете, топорик это немножко старый, понимаете, 19 век. Это цианидом, топорик. Хочется немножко как-то по современнее, понимаете, жадно. А можно я прямо сейчас переделаю? Можно я прямо сейчас? Извините. Сейчас сделаю. Не насильно. Переделали? Ага, сколько трубиков у нас? 10? Ну, это уже, и что они там? Каток прошел, да? Ну, немножко как-то так. Да. Другое дело. Так. Ага, слушаю. Я переделал. Да. Николай взял вилку. Так. Смазал каждый зубец цианидом. Так, снимайте, подождите. И медленно подошел к Тамаре. Да, подождите, во-первых, Тамара как-то немножечко, как Тамара мне напрягает, понимаете? Тамара, вилка, цианид. А что если поменять? Что? Николай взял вилку. Смазал ее цианидом и подошел к Тане. Я вас не понял. Ну что это, цианид, вилка, топорик, ножик. Как-то немножко, ну хочется немножко потяжелее что-то, понимаете? А можно я сейчас прямо сейчас? Подожди. Не отходи. Нина Васильевна, да. Сколько трупиков-то? 25. Другое дело, кровушки. Так, что у нас там с 10 этажа? Хорошо. Да, вот это другое дело. Да. Ух ты! Ух ты, какая! Нина Васильевна! Пустите ему крот! Пустите больше! И кишочки вот так! Кишочки разбросать! Кишочки разбросать! Народ это любит! Ага, извините, слушаю. Так, слушаю вас. Побыстрее. Николай сел за экскаватор, предварительно смазал каждый ковш цианидом. Так, Симахин, и поехал на Тамару! Кроме цианида у вас ничего так не подберется больше, ничего. Дать. Понимаете? Ну что вы мне все пришли? Чем пришли в прошлом году? Все мы пришли в этом году. Ну совершенно неинтересно. Ну и Тамара какая-то у вас все это. Кто нам вообще приходится, Тамара-то? Теща. А что если так? Повернуть обратно. Ну давайте, побыстрее. Тамара взяла ведро цианида. И пошла к Николаю. Ну зачем мне это? Тамара и цианид, и Николай. Давайте попозже ко мне придете, Симахин, и все уже будет нормально. Все, я читал, нормально. Я готовился. Да. Пожалуйста. Нина Васильевна, да, почитай. Можете приходить, да, буквально через 5 минут. Послушайте, да. Финал. Хорошо, все, можете. Я читал литературу, свободно, я готовился. Симахин. Я вас прошу, пожалуйста. Я готовился. Ну не мучайте. Я читал книгу. Цианидом, калий. Подождите, я же читал, вот похоже это, удар гарпуном в поясницу. Выворот ноздри. Это все не то. Убить и обезвредить. Читали? Нет. Голова оторванная на завтра. Не читали? А кто автор? Я, родной мой, я. Так вы еще и пишете. О, все, свободно. Алло, Нина Васильевна, да, уже жду. Идите, Симон. Да нет, я не вам. Ага, хорошо. Все, Симон, идите, спокойно. Есть последний сюжет. Какой? Николай подошел к Тамаре. Надоели вы со своей Николаевой и Тамарой. Взял полотенце и сказал: Тамара. Симахин. А ты классно выглядишь. И что дальше? Нравится? Нравится. Как он хороший. Понравилось? Понравилось. У меня еще один есть. Хватит. Завтра придете. Спасибо большое, Симахин. Идите. А что если... Не надо.